Наш город самый-самый. В рамках празднования 165-летия города Благовещенска прошел городской конкурс видеороликов «Самый-самый Благовещенск». На суд жюри было представлено 25 видеороликов от авторов в возрасте от 8 до 18 лет в трех номинациях. В своих работах участники рассказали об известных личностях и архитектурных сооружениях Благовещенска, знаковых событиях в истории восстановления, поздравили город с юбилейным днем рождения и, конечно, рассказали о том, как они любят свою малую родину. Каждая работа по-своему уникальна, интересна и впечатляет своими креативными решениями. Дипломами, денежными премиями и ценными подарками мы награждаем сегодня победителей. Номинация «Благовещенск. Люди». Диплом третьей степени и сертификат на сумму 10 тысяч рублей вручается группе авторов-учеников лицея номер 6 за видеоролик «Коныгин. Натура для античных скульптур». Куратор Симакова Валентина Викторовна. Второй степени и сертификат на сумму 20 тысяч рублей вручается Волкову Никите, учащемуся школы номер 17, за работу «Благовещенск. Люди. Белоглазов». Куратор Волков Денис Павлович. Первой степени и сертификат на сумму 30 тысяч рублей вручается группе авторов-учеников школы номер 16 за работу «Благовещенск. Улицы и люди». Куратор Вахминцева Мария Вячеславовна. Благовещенск. События. Диплом первой степени и сертификат на сумму 30 тысяч рублей вручается группе авторов учеников школы номер 15 за видеоролик «Исчезнувший мир Преамурья». Куратор Аксинти Ксения Андреевна. Благовещенск. Архитектура. Диплом второй степени и сертификат на сумму 20 тысяч рублей вручается группе авторов учеников школы номер 17 за видеоработу «Здание железнодорожного вокзала. 1915 год». Куратор Саябина Наталья Геннадьевна. Первой степени и сертификат на сумму 30 тысяч рублей вручается группе авторов учеников школы номер 5 за работу «Любимые места города». Куратор Носкова Наталья Максимовна. Актуальность вручается группе авторов учеников гимназии номер 1 и лицея номер 11 города Благовещенска за работу «Бежит река, течет река». Куратор Розанов Владимир Владимирович. Поздравляем победителей конкурса видеороликов и благодарим всех кураторов и участников за любовь к истории нашего города.
Аплодисменты всем награжденным.